В 2024 году на детскую оздоровительную кампанию выделена рекордная для Краснодарского края сумма. На организацию отдыха и оздоровления детей на Кубани направлено 3 миллиарда рублей. Путевки в лагеря и детские базы отдыха Черноморского и Азовского побережья края в приоритетном порядке предоставляют целому ряду категорий детей. Среди них есть немало и юных славянцев. Жара в августе не думает сдаваться, и как хорошо провести летние дни на берегу теплого моря. Получить путевку в лагерь «Жемчужина» – большая удача. В нем есть все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления. Комфортные номера, спортплощадки, отличное разнообразное питание. Соцзащита, во-первых, определенных категорий направляет в лагерь. У нас 5 таких категорий. Это дети из семей малообеспеченных, многодетных, детки-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом. Ну и обязательно дети участников специальной военной операции. Сегодня данные категории детей у нас уезжают в «Жемчужину». Они там будут находиться 21 день. Там будет море позитива, хорошего настроения, эмоций, новых друзей и тому подобное. Сегодня на транспорте, предоставляемой администрацией, дети едут в сопровождении сотрудников управления. Думаю, что у детей все будет замечательно. Славянские родители отправляют своих детей в детский оздоровительный лагерь с большой радостью. Они уверены, что там созданы все условия и отдых будет очень хорошим. Прочитала отзывы, как все родители, да? Но этот лагерь очень понравился по отзывам. И питание, и как с детьми там работают. То, что ребенок попал, это большая радость для меня. Я считаю, что там ребенок отдохнет, проведет хорошо время, наберется сил и приступит к учебному году. 35 детей отправлялись в оздоровительный лагерь на 3 недели по бесплатным путевкам. Ребята были радостно настроены, предчувствуя предстоящий отдых. Все они с нетерпением ожидали отъезда. Мне нравится этот лагерь. Там много завести, очень много друзей можно. Вот. Хорошие вожатые там. Да вообще весь лагерь хороший. Я считаю, что у меня настроение очень хорошее, я еду счастливый первый раз. Надеюсь, что будут друзья и что я отлично проведу время перед школой и отдохну хорошо. Довольны и родители, и дети. Были среди них и те, кто уже побывал в популярной «Жемчужине», и те, кто едет туда впервые. Не так много времени остается до начала учебного года, и ребята уверены, что они по-настоящему наберутся в лагере сил, чтобы успешно учиться в новом учебном году. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».